Коба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. И сейчас просто срочное включение, потому что вышло обновление. Вышло, друзья, обновление, наконец-то. Спустя, ну, на самом деле, 2 месяца назад было еще одно обновление, где убирали, как ты помнишь, сет монаха. То есть можно было бесплатно его получить. Так вот, это вернули. Плюс добавили новый режим, какой-то хард для рейдов. Ребята, вы понимаете, это будет круто, это будет круто. И плюс Виш-сенсей меня тут встречает в игре. Обязательно поставь лайкосик, братишка, блин, у меня капец, как вот-вот. Я знаю, что вы много можете наставить. Давайте, ребята, наставим 3000 в честь такого события, потому что Shadow Fight — это реально уже любимая моя игра. И вот сейчас еще прохожу на Nintendo. Я, короче, еще вчера до 8 утра собирал сет в Shadow Fight 3. Ребят, ролики скоро будут. Просто вот спасибо огромное, что вы есть, что вы смотрите. Я для вас буду стараться. Вот серьезно, всю жизнь для вас буду стараться. В общем, смотрим. Сенсей, бессмертные сильные оппоненты, однако будь осторожен. Однажды поверженные их души не исчезают, а переродившись, становятся сильнее. Тебе понадобится помощь товарищей, чтобы снова сразить их. Собери свой клан или при... Сенсей, в смысле? У меня клан вроде как есть. Лишь так вместе вы сможете противостоять им и прославить свои имена, как великие воители. Информация. Смотри-ка. Чтобы сразиться с усиленными рейдами-боссами во время выбора кланового рейда, поставьте галочку напротив усиленного режима, прикинь. Воу, вот это уже круто, друзья. Ключи восстановлены. Так, ну и в принципе вот мы с тобой вернулись. Давай посмотрим, как наш клан вообще жив, не жив, потому что я уже сюда не заходил. Так, так, не очень много нас. Нас всего 21 человек, я вообще последний. А, то есть они неактивных кику, красавчики, просто красавчики, ребят. Если что, клан, вот смотрим, серьезный русский, рейд будет. Да, то что непонятно когда. Я вообще планировал вернуться сюда в Хэллоуин. Вот, скоро он будет, ребят, но походу пришлось раньше немножечко. Так, ну давай смотреть, что у нас также появилось, потому что что-то новенькое 100% должно быть. Как я знаю, так, 14:02, опа, смотри-ка, что это такое, акции, как-то не по-другому, да, по-моему, стали или нет? Так, что у нас здесь? Давай посмотрим. Как я знаю, добавили рулетку, чуваки. За бесплатно ты можешь сет собрать спокойно. Вот единственное, сейчас мы с тобой посмотрим, где это. Я не знаю, сюда надо зайти? Погоди, мой друг. Давай посмотрим. Скидка, мешок кристаллов. Шкатулка кристаллов. Так. Ну, это мы, конечно, донатить-то не собираемся, но погоди, что-то где-то должно быть, понимаешь? Сейчас, секунду, может, надо сюда зайти? Мистическая коробка. Сыграй в лотерею, испытай. Мне повезет. А вот, смотри. Это бесплатно? Вот оно, друзья. Сундук из сокровищницы бессмертных. Оба сета целиком и множество рейдовых расходных материалов по выгодной цене. Ларец загадок леса? Что? Это что за валюта такая? Рейдовая валюта. Прикинь, рейдовая валюта теперь есть. Приметы сета монаха или много рейдовых... Ларь, то есть уже не ларец, а просто ларь, да, типа не вмещается уже название, пусть будет ларь. Хранителя душ, один предмет из сета стража, офигеть, набор покорителя. Так, окей, я понял, пачка, смотри, феникс, так, это все, по-моему, было, да, стальной еж, отражает процент урона от каждого удара противника в течение, погоди. Было это или нет? Утес. Большинство ударов не могут сбить вас. Осколок сета монаха. Так, еще один. Ларь зачарователя. Так, короче, погоди. В самое начало. Мистическая коробка. Мне повезет. Смотри. Бесплатно. Просмотрено 0.2. Так, что это такое? Не хватает мистических купонов. Их можно добыть в рейдах или купить сразу пачку. Давай бесплатно попробуем. Это пипец какой-то, потому что сейчас была реклама скрепышей. Прикинь, ребят, собирайте вы скрепыши. Опа. Фига себе, так. А, и чё, я типа...
Что это за настойка? Бомба дедов самогон. Чё это, блин, такое? Я не знаю, ребята, потому что, блин, я... Так, окей. Секунду, тут где-то можно... Феникс. Совмещает эффекты эликсиров утес, источник магии, стальной еж. Действует один раунд. Я не знаю, ну давай наденем. Так. Ага. Давай, наверное, еще посмотрим. Мне очень-очень интересно. Так. Так, пацаны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну что-нибудь, что-нибудь такое хорошее. Звук пропал. Вы серьезно, что ли, блин? Да, это не то, что я на самом деле хотел. Так, ребята, давайте сейчас еще чуть-чуть повыбиваем. Давайте, ну, три разика еще повыбиваем. Пока посмотрю и рекламу, и посмотрим, что дальше. Что? В смысле? Погоди. Точно это-то выпал? Справа сундук этот. Блин, справа сундук. Ну что же? Так, давай. Ладно, ребята, в принципе, прикольная рулетка. Давайте пойдем в рейды. Давайте посмотрим. Мне очень-очень интересно. Итак. Фух. По факту, если целый день, друзья, фармить, смотреть рекламу, то, скорее всего, что-то выпадет. Но сейчас я хочу прям посмотреть, что будет, если мы с тобой... Так, а на кого мы можем пойти вообще? То есть хард-режим только в клане? Ну-ка. Собираем рейд. Среди бессмертных я проснулся первым. Сколько вы бойцов? Так, погоди, нифига себе, у него новый диалог. Пошел. Смотри, эликсир. Вот жалко, вот горн они все не могут. То есть эликсиры были. О, нифига себе. А, не-не, это все, блин, это средняя сфера, чуваки, выпить. Так, ладно, погнали. Погнали, чуваки, надо сейчас его расхреначить и посмотрим, что нам за это дадут, мне интересно. То есть новые диалоги наконец-то добавили. Так, я уже на самом деле забыл, ребят, потому что уже начал фигачить в Shadow Fight 3, и там... Ой, что-то там, по-моему, очень быстро как-то... Так. Давай его сферами фигачить, в принципе, этими не страшно. Оп. Есть. Есть. Так, время вышло. Давай посмотрим, что у нас там получилось. 625, окей. Выжить один раз. О, неплохо. Быстренько мы с тобой заработали. Отличненько. Давай смотреть. На каком мы месте? Так, на первом месте. То есть мы нехило так вжарили. 4 всего бойца. Я вот единственное, друзья, думаю насчет... То есть тут нет хард-режима, это не хард-режим, блин. Но мне интересно, за обычный дадут ли какие-нибудь вот именно осколки или что-нибудь еще? Так, в бой, все, сразу же вступаем, пацаны. Надо, мне кажется, ну, как-то... Ну-ка, давай вот так вот. Может, выпьем эликсир? Да хотя, не, лучше на главного какого-нибудь босса пойдем и там уже выпьем. Так, тут уже, видишь, 8 осталось, по сути-то. Мне кажется, или уменьшили вообще... Уменьшили прям вообще жизньки ему. Вот так вот сделаем. Последний удар. Блин, засранец, чуть-чуть мне не хватило. Так, окей, ну сейчас кто-нибудь другой добьет, ничего страшного. Сейчас плюс еще мы с тобой сундучок получим, отличненько будет. Вот, 10, прикинь, эти вообще не смогли, да ёкал МНЭ. Дополнительный приз за первое место. Так, ну давай посмотрим. Добивание. Хорошо, погнали. Все, вперед.
Есть, выносим. Вот, вот такими, по идее, надо вот такими вот сильными ударами делать. Все, он сдох. Так, хорошо, шо у нас там, Ювин? Чё я там получаю? О, один! Один! А сколько надо собрать? Погоди, дядь. Мне вот сейчас интересно. Так, все, выход, выходим. Довольно, я отступлю, но знай, вы, смертники, разбудили моего брата. Так, при победе над боссом можно получить случайное количество осколков. Чтобы посмотреть, сколько ты их уже собрал, нажми на иконку осколка внизу на карте. О, ваши осколки один. За них ты сможешь приобрести уникальные. Блин, один. Один осколок. Ну, что-то вы вообще. Ну, сейчас мы на крутого босса пойдем, там посмотрим. Собери достаточное количество осколок. 5000! 5000! Ты чё, блин? Так, давай сейчас мы с тобой зайдем в клан. Мне интересно. Ребята, мне кажется, надо устроить рейд. По-любому надо устроить рейд. Сейчас мы с тобой посмотрим. Участники, вот, кто-то даже синеман там у нас. Видишь? Клан. Сейчас, погоди, погоди. Вот, например, если сделать рейд. Усиленный режим. В этом режиме боссы сильнее и дают гораздо больше рейтинга. Блин, это круто, на самом деле. Это действительно 1704 игрока. Тут 5 становится и 6000 хп. Ух, дядь, ну это вообще жесть, на самом деле. 20000, офигеть, я даже не знаю. Они, смотри, с красными глазами становятся. Офигеть. А у этого просто покраснел. Стыдно стало, видно. Мистер Помидорка. Да, типа нечего ему красить, глаз-то нету. Блин, вот это прикол. Это вообще все глаза. Блин, это круто, это круто. На самом деле, ребята, надо сейчас придумать рейд. Когда? Ребят, вступайте. Серьезные русские, клан, вот он. Тут я после этого видосика напишу, когда будет рейд. Понимаете, ребята? Обязательно, обязательно посмотрите. Вот, и мы с тобой сходим, мне прям интересно. Мы должны реально что-то пособирать. Итак, мегалит, вулкан самый первый. Да, там 4 и был, я просто уже, видишь, забыл. Я на вулкана, когда я последний раз ходил на него. Поэтому, ребят, что-то я даже не знаю. Так, Хоксен, Архас, Фатум. Вот Фатум неплохая, давай-ка мы с тобой войдем. В каждом раунде будут случайные правила. Да, это я помню. Давай, собираем рейд с тобой. Вот за нее, по крайней мере, ну, должны сколько? Ну, 5 осколков, наверное, дать, да? Мне кажется. Сейчас игра действительно будет оживать. Офигеть. Почему сразу так нельзя было сделать? Это же круто. Это наикрутейшее. Офигеть. Мы с тобой сейчас еще посмотрим рекламу после этого рейда. Вдруг мы что-то с тобой выбьем крутое. И самое офигенное, что можно сферы теперь получать. Просто вот эту вот рулетку крутить, крутить, крутить за рекламу. И все. На халяву. Это круто. Это очень круто. Насчет еще билетиков. Вот это не особо понятно, но думаю разберемся, дядь. Блин, мне вообще очень нравится. Плюс еще PvP вроде как должны в Shadow Fight 3 добавить. Ну, рейды, понятное дело, там навряд ли будут. А Shadow Fight Arena, там читеров сейчас полно. Я пока даже не суюсь, хотя, по идее, мне написали, типа, после третьей главы Shadow Fight 3 можно идти посмотреть. Или, погоди, или шестого, ну, это долго. Так, короче, осторожней, герой, привычные тебе законы... Все верно, держи мальчика в узде. Короче, это все старое, да, понял. Три эффекта в одном. Давай, применяем. Посмотрим сейчас. Эльдары не могут сбить с ног, отражает часть полученного урона. Боже, вперед, let's go! Быстро, фигачим ее. Сейчас хочу посмотреть. На халяву, прикинь, получаем, офигеть. Давай, давай, дядька. Блин, надеюсь, загрузит, а то прикинь еще. Сейчас лаганет, вылетит игра, я вообще... Буду зол. Да ладно, серьезно? Она не загружается. Да ладно, да ты серьезно, что ли? Ну я же... Как я обожаю Shadow Fight на эмуляторах. Он толком не поддерживает. Понятно все, дядь. Как я люблю Shadow Fight 2. Вот именно за то, что на эмуляторах она плохо работает. А на телефоне, блин, я на своем вот фигово снимаю. Слушай, долго это все. Так, тихо. Есть. Оп. Погнали. Ух ты, ебой.
Блин, сильная зараза, а. Смотри, что делает, а. Так, перегрев. Есть у меня, в принципе. Зараза, сделал. Ладно, главное, что мы сферу кинули. 733. Окей, 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 окей. То есть, представляешь, на хард-режиме какой, какая будет задница, блин, по-русски говоря. Так, что у нас там? 1200? Нормально, нормально. Сейчас эти активизируются, братишки. Что-то они мало вообще набрали. 5400. Мне кажется, сейчас нормально будет, ребят. Сейчас подождем с тобой. Ух, чемпион, шампиньон. Нормально вообще фигачит. Ну, понятно, блин, что он там творит. Короче, нам бы третье место. А, ну мы с тобой спокойно второе. Если бы еще сфер побольше было бы, заняли бы. Но ничего страшного. Притом, сейчас представляешь, как можно будет фармить эти сферы, идти на боссов и нормально... Оп, прошу прощения, камера. Камера. В каждом видосе, зараза, вырубается. А что ты будешь делать? Ну ничего. Так, 8, 7, 6. Сейчас давай по максимуму урона. Давай, маленькие сферы у меня остались. Вот горный бы действительно добавили. Очень круто было бы в разработке. Сколько в разработке они лет? Вот напишите, сколько они уже разрабатываются. Мне интересно самому. Так, давай, погнали. Так. Ух ты. Вот это вот самое мое нелюбимое, когда я начинаю вот так вот. Вот есть. Ну, кстати, прикольно то, что у нас перегрев есть. Так, ладно, хорошо, 404. Конечно, это очень мало. Без сфер спокойно можно ей нанести и 500. Ребята, просто реально, я уже давно в шедов... Так, нормально, пацаны, 144 остается. Ну, кто-нибудь там вжарьте. Шампиньончик вообще 4000 у нас, вон фигачит. Нормально. Сейчас второе место, как раз посмотрим, сколько нам дадут осколочков. Мне интересно. Вот этих вот. 144p. Блин, качество, ребят. Ставь лайк, если именно в таком качестве ты сейчас меня просматриваешь. Тогда, знаешь, трафика вообще нету на телефоне, и хочется это. Да сейчас кто-нибудь там доделает, да? Пацаны, кто пойдет? Да прикинь, никто не пойдет. Аня, шампиньон прям ринулся в бой, посмотри, он прям красавчик, молодец. Я думаю... Чувак не зазнавшийся, серьезно, потому что я знаю, вот кто на первых местах, они такие, как бы знаешь, типа, ну все, я вот свой урон внес, давайте вы, холопы, 144 урона, кто, не, красавчик, шампиньон, все, погнали добивание, вперед, сейчас посмотрим, сколько у нас будет, мне прям интересно. И пофармим с тобой обязательно в рулетку, блин, рулетка, на самом деле, это круто, это они круто сделали. Так... Смотри, что тварь делает, а? Ну, на тебе. Окей. Все, сделали. Я как козел какой-то. И? Так, ну нехило, нифига себе. 6-3. Неплохо. Нам всего лишь нужно 5000. То есть, если мы с тобой калькулятор открываем. Допустим, по стандарту мы всегда сейчас будем второе место, да, занимать. 5000. Мы делим, ну, давай на 5, да? Получается, 1000 боев нужно провести, прикинь, 1000 боев, ой, жопа это какая. Ладно, выходим. Да, это конечно, долговато будет. Так, давай пойдем мы с тобой сейчас еще раз в рулетку поиграем. Блин, это так-то круто, это мне понравилось, что можно так, сюда мешочек. С акции, блин, конечно же. Так, переходим в акции, и мне повезет. Давай, дядь, еще 3 раза рубанем. Такая музыка еще волшебная. О! А, фиг тебе.
А, кстати, прикольно вот это вот. Ну, куда мне их? Угу. Ну, давайте еще попробуем. В общем, пацаны, что-то, блин, здесь багается, очень багается. Я смотрю рекламу одну, например, одна хорошая реклама, ну, в плане, там, 30 секунд ждешь, все, нажимаешь кретик. Вторая уже реклама, которую можно сразу закрыть, то есть, если ждать, хоть час жди, крестик нажимаешь, она не засчитывается. Она не засчитывается, потом ты опять нажимаешь на эту кнопку, тебе, наконец-то, выскакивает нормальная реклама. Потом еще одна выскакивает вдруг, то есть ты уже вместо двух три смотришь, потом 4-5, в общем, и вот так вот, в общем, пока багается. Не знаю, ребят, напишите обязательно, что вы выбили. 100% один человек есть, который выбил, вот 100%. Вот, ребят, в общем, я сейчас посмотрю, я думаю, в воскресенье мы устроим с тобой рейд, так что вступай, будешь 100%, братишка, тащить, я думаю. Мы должны насобирать что-нибудь такого, ну, хотя бы, не знаю, осколков. Вдруг много будет осколков. В общем, ребят, на этом все. Спасибо огромное за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.